Health activated. Продолжаем мы играть в Far Cry 4. Сейчас мы должны завершить еще одну какую-то миссию. Фиг знает какую, правда, она очень странная, но окей, допустим. Нам нужно что-то найти в пещере, что-то там сделать, что-то там принести. И что-то там скурить, кстати, да. Очень забавно. Ой, своих? Не успели долететь, отлично, отлично. А если так? Ладно. По своим шпалять уже не будем. Слушай, нет, мы смогли долететь даже, это удивительно. Вот давайте прям в пещеру залетим, просто как мастеры. Фломастеры. Давайте. Живем. Она еще не сломалась, как-то возможно. О, ребятушки, аборигены. Привет. О, фига себе, ребят. Мудрость. Окей, понял вас. Отпустить? Не, мне только этого не хватало. Или нужно отпустить? Фиг его знает. Будда. А, нет, слушай, не нужно отпускать. Ты можешь зацепиться, алло? Эй, шиншилла. Не за этот, вот за этот. Давай, 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 давай. Окей, раскачаемся без проблем. Давай, только зацепись, пожалуйста. Он вот принципиально этого не делает, слушайте. Окей, без проблем. Можно? Пожаже. Спасибо. Все, живем. Не, хорошо, что фонарик есть вообще. Без фонарика была бы жопа. Окей. Окей, карта есть. Нет, это не карта, это хрен пойми что. За Б-трип, что он с ней сделал? А, там было написано, что нужно тот приходит в Шри-Ланка, Шри-Ланка, почти как Шри-Ланка, но что-то там нова. А, должен упасть с высоты, я посчитал. Ох, черт! Фига бы трип еще один. Крети Раджа ки юта ки руб ме мене сирф абхи апна нам камая та. Калинаг. Мужи Раджа ки ракшак ки руб ме патекшит кия гая та. Лекин мужи тоде алаг хи кам ки ле чуна гая. Мужи бхеджа та. Дарти ки сварг Шангрила ко дхунне ки ле. Апка танка асамбхав ко кесе дикха. Я задыхаюсь. इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें रहना। फिगो, что за контрабанда у нас здесь? यहाँ तक मेरा रास्ता लंबा। फिगो, я попал сюда. Вот прикол. मैंने बहुत कुछ देखा, किया. लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो। कदा बुत निसान। लेकिन मैं मूर्ख था, जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है। चुप ना पीसना। ना ज़िदवाज़। लाड़ने इज़ूम। माइट वाश। Ты добрый? А, он убитый. Чё ты такой мертвый-то, братанчик? О,
Вот это очень странная сцена. Бедный, блин, тигрец. По-моему, где-то это видел уже этот нож. Похоже. Вот где-то в другой игре, не могу понять, что... Может быть, в третьем Far Cry там, например. А чего защищал тигр свой дом? Мне интересно, да. Фига, реки крови. Там кого-то бьют? Ебать, ты кто такой? Ты что за Макдак? Фига ты маньячела. Ты чё с животными делаешь? Ебать. Сука. Эй. Ладно. Контрольная точка. Окей, сейчас будет битва. Ну естественно. Какой-то Макдак убийца. Вот тигр, помоги защитить. Да, помоги защитить. Молодец, хороший тигр. Я тебе спасу тигр, давай, и ты очень хороший. По-моему, ты умирал даже. Нет? Или это другой? А, нет. Заключить союз? Фига. О, слушайте, это механика Far Cry 5 уже. Стенормас? Ой, по-моему, он совершил ритуальное самоубийство. Тигрец! Ой, пошли вместе, давай! Фига, ты невидимый! Ёбнутый. Бедное животное. Мне когда я свой тигр ручной, это прикольно. Что хочется, братик? Можешь его убить? Фига, я чётенько нажал кнопочки. Тигрец, молодец. Ну, конечно, не помогает, но прикольный. Что-то двойной миров напоминает атмосферка. Не хватает огромной херни, когда будет орать. Ты можешь его убить. Зачем я делаю все это скрытно, честно говоря. Ой, по-моему, нас свалили. И тигрица уже валит. Но это не страшно, мы можем делать вот так, в любую секунду. Фига.
Окей, а что, что тебе? Тебе нужно помочь? У тебя ХП мало? Нет? Нормас? Хилиться? Окей. Так, а нам не сюда, нам не туда. Не, я так понимаю, что в принципе пофигу, можно и не по, и полицию, в принципе. А, у меня нет крыла. Ох, мать твою, да пофигу уже. Все, начнем! Тигр, сорян, ты немножко умрешь сейчас, возможно. Давай, давай, используй. Все, хорошо, бомба. Побегай, побегай. Отвалить, ты меня хотел убить. Эй, касцена идет, сука. Пошел отстать от меня. Мразь, нахер. Киберков у тебя хп максимум? Фига ты. А ну-ка, отвали, нахер. Фига, я воин. Цитру бы оценила. Нет, слушайте, нет у меня желания воевать со всеми ими. Игорь, ты где? Молодец, сваливаем. Сваливаем. Не, графика прикольная, мне нравится. Чего ты смотришь на меня, эй ты? Фига! То есть его... испепелись, да? Испепелись какой-то, о котором я не знал. Кто будет, блин? Ну чё? А ну ещё здесь туда пушалось. Испепелись, вот. Раны. Ах ты что, я сейчас убью тебя, не бойся. Что ты мне сделал, слышь ты? Сушила, сушила. Ау, ау. Я просто горю и не могу потушить себя. Что, мать ваша, удивительно? Можешь потушиться? Что это, это не всегда, да? Блин, Рили? Уже, сука, не горит. Блять, я словил баг, что ли? А ну-ка давай еще раз ужать. Блять, не понимаю. Что, меня кидает со стороны в сторону, мне жарит, и у меня откуда баги все. Хзен, здесь я смогу пройти, потому что то, что происходит, это не норма. Явно. Долбанные баги Far Cry. Сука! Я не смогу ничего сделать. Даже если, блядь, постараюсь. Похеру, понял, принял, спасибо. Очень было приятно. Короче, этого херу лучше не попадаться на глаза, потому что он, сука, ломает все просто нахерам. И при этом ломает не меня, а ломает именно всю игру. Оп, 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 оп. Если у хер с ним, не хочу с ним драться, западло, блин. Как говорится, идите в жопу. Ох уж, блядь. Он пошел нахер. Унки твания дарти се бурайон ку дур карти ти.
Да тити. Тигр, ты чуть не уронил меня. Мать вашу. Пропустим эту сцену, видимо, не обязательно было убивать эту сцену. Я уже готов нажимать. Эпично, эпично, ничего не скажешь. Эпично и красиво. Ой, красота-то какая. Каким образом я здесь? С возвращением в реальный мир. А, фига, это Б3 был. Что произошло? Жесткий. Я в порядке. Ты пришел сюда с танка? Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул? Да. Сколько мне нужно собрать? Помотал что-то. Раз, два, три, 8 штук, вы охренели, что ли? Что было-то? Сам не понял, до сих пор в шоке. А раньше эта штука тут была? А, это семейная реликвия Гейлов. Передается из поколения в поколение. Я разве не говорил? Нет, не говорил. О. Ты просил короткую версию. Да, а мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, а, ну ничего. Да, да, ничего, ничего. Да, забей. Но, если найдешь эту танка, помни про нас. Так, все, мы валим. За остальным барахлом кого-нибудь позже пришлем, ладно? Ну да. Мир, брат. Мир, брат. Ну такое. Неужели не реально придется собирать 8 штук этой херни непонятной, да? Новое задание Реджи и этого самого. Окей, 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 а как? А, так они прям рядом. Йога и Реджи. Йога Реджи. Фига, в палаточке. Получилось! Говорил я, кто-то там есть! Я видел сквозь деревья. Чё? Хрен там, ты услышал шаги. Сам знаешь, я тук на ухо. Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. Однорукий тромбонист. Но раз Аджай здесь, пусть он рассудит наш с тобой спор. Он-то может, но он наш гость. Окажем теплый прием. Не волнуйся, отличная дуть. Мы называем ее Окаджа. Ой, ладно, хрен с ними. Но для полного эффекта... Ты чё сделал? Сука, второй раз. Ты мразь, сука, я тебя хочу убить уже просто. Второй раз он меня вырубает этой херней. Навязчивые мрази. Шибая, шибая. Дом я принадлежит вам, вы пройдете вещи. О, фига себе, теперь мой дом реально. Кто эти рендус? Сус. Нет. Ёкарный бабай. Давайте по-бырому. По-бырому, по-бырому, ребятушки. Саблезубые тигры, это не тигры, это эти самые медведи, хер с вами. Что за черт? Заблудился и пропал. Что за батрик? Окей, БСБ, ребят, разберемся. Выживем, выживем, все хорошо. Какого хера я вообще в пещере оказался среди медведей? Я при этом не умер. Что за болхак, кстати, у меня? Это реально болхак просто. Брат наш, он нам шивояшивает. Он пришел издалека, ему нужны... Ноги.
Реджи, это вы? Черт, вот сука. Чем они меня накачали? Так, птичка, это ты? Помню. О, это что за тук-туки здесь стоят? Тук-тук, мадафака. Ну ладно, поехали на тук-туке. На самом деле это... Ой. Ой, ладно, фиг с ним. На самом деле это просто карта Far Cry, но наложенные эффекты уже визуально очень забавные. Ну зато уровень не занимает места вообще, в принципе, очень классная идея. Ой. Ой. Мусорух, блядь. Все хорошо. Да все офигенно. Можно браться? Танцор. Что происходит? Оу, фак! Оу, фак! Ух, 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 давай, 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 еще. Все, супер, живем. Здесь они точно не соберутся, да? Отвалите. Тук-тук. Ух, они специально здесь достали тук-тук, чтобы я катался. Только они расстали в жопе где-то. Даже радио играет. Вот этот баг. Пусть не играл для пущей настроения. Блять, я вижу там птичку, сука, я вижу птичку, все, вы все. Я убью тебя. Зашибумба, просто птичка есть, все, все, улетаем отсюда и все, и не вернемся. Вот эта херня, не сравнится за птичкой, птичка это лучше. Давай-давай-давай, живем, все, полетели. Охлаждения, а здесь нет охлаждения, что я тут веду. Но оно и не нужно особо-то. Давай-давай-давай, почти долетели до какого-то храма Вудды опять. Таких. Ошибая. Ты знаешь, что скажешь, ошибая. Конечно. Ладно. Найдите снаряжение. Окей, без проблем. Йоги и Реджи. Вот они твари, конечно, немножко. Мразистые, чуть-чуть. Опять в пещеру. Серьезно, откуда мы пришли? Опять туда. Ше. Ты чё, птичка, делаешь? Ты нормальная? Эй! Живи! А я этого не помню. А я зачем-то помню. О боже! Как ты мог? Как? Со стороны это еще хуже. А, всего полминуты пока, дальше хуже. А, Аджай! Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Наш ништячок? Наш, да. Накачали наркотой. Ну, наше дело предложить. Да, и ты живой вроде, чуть-чуть не считается. Зато рецепт теперь знаешь. Да, и ты в любое время можешь прибегнуть к этой суперсиле. Как супергерой прям. Точно. И у нас этого добра завались. Приходи к нам, когда нужен волшебный пендель. Лады? Ну а пока? Пока? Ой, у меня уже нет места. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Надеюсь, вам понравилась эта серия.